Сколько детей с задержкой развития речевого, там, двигательного, умственного, еще какого-то, сколько таких детей не приносили, они все выглядели очень похоже. То есть у всех у них проблемы с кровоснабжением мозга. Самая большая проблема – это шейные позвонки и кровоток по позвоночным артериям. Посмотрите отдельное видео, так и называется, «Позвоночная артерия», если еще не смотрели. Будем считать, что вы уже владеете вопросом. Итак, нарушено кровоснабжение мозга, свернутая шея – постоянный источник боли. И в этих условиях ребенка природа толкает, что ну давай, ты же должен там в год ходить, там к 2 годам уже уверенно бегать. То есть программа толкает его, программа развития, заложенная в каждого ребенка. А его тело, ну так случилось, что не в состоянии. И это постоянный эмоциональный пресс для ребенка. И когда мы начинаем восстанавливать, у нас проблемы 3, соответственно, вернуть кровоснабжение, снять боль и как-то помочь ему с этим эмоциональным прессом, ну, раскрутиться, что называется, то есть почувствовать себя уверенно, потому что боль, она вышибает уверенность начисто. Он пытается что-то делать, у него и не получается, да еще и больно. В условиях нарушенного кровоснабжения мозг ребенка, я пока не знаю как, но делает выбор, то есть на что-то он сконцентрируется и подаст кровоток, а на чем-то он будет вынужден сэкономить. Для ребенка вообще-то хорошо, если ставка будет сделана на движение, то есть двигательное развитие почти что по возрасту. Но дети часто экономят на речи, то есть говорят какими-то слогами, жестами, ну, минимум для общения. И кажется, что он как будто бы не понимает, то есть умственное развитие, задержка. На самом деле они часто очень понимают, просто им лень коммуницировать на высоком уровне, они делают по-своему, им так проще. То есть они дефицит кровотока распределяют на самое главное это движение, потому что безмышечная система, безразвитая, даже я им не могу помочь. И это еще, скажем так, неплохая ситуация, когда идет именно задержка речи. Но, правда, родители спохватываются, когда мышь к 3, хотя надо бы в год. Но хорошо, если спохватились. Ребенок экономит свою кровь, тратит ее на движение. И постепенно, с ходом времени, почему я говорю, что нужно делать это раньше, как только вы поняли, или даже еще раньше, как только вы засомневались. Он как бы немножко отвыкает, что ли, у него он теряет интерес со временем, допустим, разговаривать. Вот в год ему было очень интересно, в 2 еще более-менее, а в 3 ему неинтересно, его и так понимают, жестами там какими-то, знаками. Но ничего страшного, то есть возвращаем шею в вертикаль, голову выставляем, кровь начинает в голову подаваться в полном объеме. И вот здесь задача родителей, то есть будут они с ним общаться, как будто он уже что-то умеет, чтобы заставить его расти, или не будут. Будут с ним на его там звуках общаться, у него уже нет мотивации, он не будет расти. Ему подали кровоток, он ее распределит точно так же по формуле, в движение все, ну, на остальное почти ничего. То есть придется менять свое собственное поведение, чтобы такого ребенка восстановить. Но это еще ничего. Гораздо хуже, если ребенок, как говорят, все понимает, все разговаривает, но либо лежит пластом, либо ползает года в 3,5. Если он уже отказался двигаться, значит он много раз пытался, то есть он пытался что-то делать, пытался вставать, пытался ползать. Но либо у него такой сильный болевой синдром, либо настолько нарушена координация, что он неизменно падал. И постепенно сработался негативный рефлекс, и ребенок уже не пытается. Но выхода у нас нет, то есть мы решили, допустим, реабилитировать. Мы должны создать ему условия, чтобы он все-таки захотел двигаться. Там куча специальных приемов, не отчаивайтесь, то есть все это можно решить, и даже если ребенок лежит пластом. Самое главное, что нужно понять. Задержка развития. Вот по моей практике там всего 2 варианта. Либо часть мозга настолько повреждена, что ее, грубо говоря, нет. То есть там была, может быть, там природа гематома, то есть разрушено нервное вещество. 2% максимум из всей сотни. А вот все остальные, у них проблемы с позвоночником, проблемы с кровоснабжением, и к ним относится все, что я говорю. Если вы будете целенаправленно действовать в этом направлении, вас ждет успех. Если вы не будете делать, то, ну я вам спокойно скажу, ну ничего вам толком не поможет. Вы будете бегать за какими-то мелкими симптомами, потеряете скорость развития к 7 годам, если у ребенка будет задержка, ну что вы будете делать? Работать с кровоснабжением, с шеей, с позвоночником страшно. Не работать еще страшнее. Выбор очень прост.